на экспорт. То есть, вот, допустим, Германия 5,5 миллиона тонн в год производит свинины, из них почти 3 миллиона на экспорт во все страны. И прежде всего Китай, Индонезия, отчасти Япония, Корея и так далее. Поэтому, конечно, нам ни в коем случае нельзя останавливаться и по свинине. Нам нужно наращивать объемы. И, понятно, на Дальнем Востоке, вы знаете, комплексы строятся серьезные. Хорошо. Южная Корея. А рост производства – это результат увеличения.